Встреча бывших сослуживцев по случаю векового юбилея советской милиции – это встреча хороших друзей. Крепкие рукопожатия, обмен новостями. Бодрые, активные, в хорошем настроении ветераны Мозырского отдела собрались в кинотеатре «Мир». Кстати, его директор Сергей Захаренко в прошлом тоже милиционер. Органы внутренних дел – это, можно сказать, кузница управленческих кадров. Нынешний председатель Совета депутатов Сергей Гвоздь свою карьеру начинал в милиции. Годы службы вспоминает с теплотой. Мы в то время мы шли в милицию, лично от себя скажу, я шел по призыванию. У меня была уверенность, что я хочу идти в милицию. Начинал службу с сержанта милиции патрульно-постовой службы. И уже по нарастающей прошел все практические звенья милиции общественной безопасности. Всегда был на передовой, на улицах, на обеспечении охраны общественного порядка. Мозырскую организацию ветеранов органов внутренних дел возглавляет бывший начальник отдела Григорий Гурин. Григорий Ананевич руководил милицией в непростые переломные годы. Советский Союз распадался и зарождалось новое государство – суверенная Беларусь. Поэтому опыта у Григория Гурина предостаточно. Сейчас заслуженный пенсионер с охотой делится им с молодыми милиционерами. Мой стаж в органах внутренних дел 27 лет. Значит, я буквально 20, если посчитать, 25 лет отмечал 10 ноября как день советской милиции. Поэтому мы, ветераны, вот, которые сегодня пришли отмечать этот праздник, мы в советское время принимали присягу как советская милиция. Ну, а мы досчастливилось 3 года, уже вот с 93 года, 4 марта отмечаем как День белорусской милиции. И в этом году мы тоже вместе ветераны и сотрудники отдела отметили 100-летие образования белорусской милиции. По случаю столетнего юбилея самые активные ветераны, те, кто принимает особое участие в жизни отдела, занимается воспитанием молодых сотрудников и пропагандирует деятельность правоохранительных органов, были награждены дипломами, благодарностями, памятными медалями и почетными знаками. Кстати, у Мозырского РОВД не так давно появился собственный почетный знак. Нынешние милиционеры достойно продолжают славные традиции. На данный момент раскрываемость всех преступлений составляет почти 75%. Мозырский отдел – один из лучших в республике среди отделов своей категории. Действительно, именно благодаря советской милиции, белорусская милиция почерпнула от нее самые лучшие качества, такие как ответственность перед нашими гражданами, постоянная готовность прийти нашим гражданам на помощь. Ведь, как бы там ни было, милиция во все века считается и является государственным правоохранительным органом, призванным защищать жизнь, здоровье, права, свободы, законные интересы граждан общества и государства от преступных и иных посягательств. Поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить ветеранов за тот вклад в воспитание молодежи, за ту школу, которую вы нам оставили. Ну и поверьте, от лица Мозырского РОВД я поздравляю вас с праздником. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия. Успехов вам, вашим семьям. Ну и заверяю, Мозырский районный отдел внутренних дел вас не подведет. Спасибо.